Бывало ли у тебя так, что твой мобильный счет оказывался большим размером, чем у тебя было на банковской карте или наличных в кармане, и ты попал в такую неловкую ситуацию, что тебе нужно рассчитаться бесконтактной оплатой, либо же наличными где-то в магазине или в ресторане, когда ты находишься с девушкой? Так давайте же разберемся, как выйти из данной ситуации. Добро пожаловать на канал, с вами Apple Expert. Дорогие друзья, бывает ли такая вот неловкая ситуация, когда вы попали там с девушкой в ресторане, а там оказалось, что у вас наличных недостаточно? Есть такой вариант, естественно, бесконтактная оплата, но у вас нету денег на карте. Так как выйти с этой ситуации? Есть отличный сервис, который поможет вам перевести с мобильного счета прекрасно на вашу банковскую карту, и вы прекрасно сможете выйти из данной ситуации. Давайте же посмотрим, как это делается. Можно перейти на сайт, который я закреплю в ссылочке в описании под видео. Итак, что мы здесь имеем? Мы имеем здесь информацию важную, которая с 1 января 2021 года у нас с МТС, Киевстар, Лайф, то есть 5 платежей в сутки можете использовать. Допустим, снять деньги. Что нам нужно? Снять деньги с какого оператора? У меня в данный момент с Киевстар, номер телефона я свой вобью, вывести средства на карту выбираем, номер счета, сумма, пускай будет 10 гривен. Дожидаетесь смс, вводите проверочный код, жмете далее, и все, вы перевели средства. Ребята, еще раз напоминаю, что это действует только для трех операторов Украины, это Киевстар, Лайф, МТС. Пользуйтесь, это все без комиссии. Все просто работает, все так, как я вам сказал. Ввели номер телефона, выбрали карту, номер карты вписали, сумма от 5 гривен до определенной суммы, которая вам там будет нужна. Выводите это все в считанные секунды, и вы прекрасно выходите из данной ситуации. Ставь лайк, если ты был в такой ситуации. Поэтому, чтобы не пропускать мои новые видео, быть в курсе всех моих новостей, подписка, лайк, комментарий, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока!